нее до сих пор есть. Кафка. Он, пожалуй, самый великий писатель в мире. Ох, ниже не делают. Я и представить себе не могу, каково это быть автором книги. Это ужасно. Писателем никогда не станешь, если не будешь писать. Я пишу, да, пиши больше. Тогда ничего хорошего не выйдет. Люди это прочтут, надеюсь, и будут спрашивать себя, кто такой этот Кафка? Должны, господин доктор, Кафка, ее отец. Я больше не могу смотреть, как этот парень ест. Не выношу этого. Больше не для посвященных. Ты это сделал. Господь убивает себя. Но я больше не хочу его слушать. Ее превращение пробудило во мне кошмары. Грегор. Тогда он, сын моего господина, решился жениться. Потому что она так задрала юбки, противная гусыня. А так... Для них это книга, а для нас это была наша жизнь.